Мы хорошо усвоили уроки истории. В отличие от тех, кто сегодня пытается повернуть время вспять, навязывая России власть единой партии во главе с новым отцом народов, мы, коммунисты, знаем точно, возврат к прошлому невозможен. Вместо того, чтобы наступать на старые грабли, нам необходимо, возродив все лучшее, что создала советская власть, решительно двигаться вперед. У России нет другого выбора.